Программа выживания с отсутствием электроэнергии. Инвертор на 1 киловатт. Новое приобретение. И аккумулятор. Тоже 1 киловатт, да? Гелевый, А, 100 ампер. гелевый. 100 ампер. Я не понимаю в этом ничего. В общем, будем пытаться налаживать свой быт. Распаковка инвертора. Распаковывай. Фирма Маст. А чей это производитель? Китай. Китайский. А что Made in China. Что сейчас не делается в Китае? Сейчас все делается в Китае. Даже американский iPhone. Даже iPhone, да. Так, что тут у нас есть? Instructions. Так. А, вот такой он. Его можно на стеночку привесить. Только на стеночку. Только на стену, да? Только на стену. А, он как бы не стоит, а висит, да? Пульт управления там. Ух ты, какой он. И все, да? Ну, в принципе. А он небольшой. Небольшой. Такая парочка. Во время отсутствия света будем запитывать. Вот здесь он будет висеть. Да. Под окном. Здесь розетку вывели. Свет дали, заряжается аккумулятор гелевый. Света нет, с аккумулятора берется питание. Вот такая вот сегодняшняя покупочка наша. А это наша печечка, тоже выручает, газовая, с баллончиком. Включатель, здесь вентилятор. Так, здесь вот для солнечной батареи. Правильно я показал? Вот да, это, да? Да, да. А это что? Панель. Это аккумулятор. Аккумулятор. А, то солнечная панель? Да. Это аккумулятор. Так, ну и вот это вот тоже. Что это 220, такое? Вход и выход, да. Ага, вход и выход 220. Ну, понятно. Предусмотрено USB. Разъем, да? Что тут еще? Вот USB. Угу. Это вот. Что? Компьютер. Компьютер. А да. Это? Тоже USB. Такое USB, такое USB, такое. Ага. Такая вот инструкция. Нам, девочкам, это непонятно. Мальчикам такие штучки нравятся. Все. Света нет, но холодильник у нас работает. Шумит тихонечко. Холодильник работает от аккумулятора. Так, помимо холодильника, ребят, мы включили еще вот здесь сделал Сережа розетку. Заряжаем телефоны. Значит, инвертор наш на 1 киловатт. Мы выбрали такой. Правильный. И с правильным синусом, да? Да. С правильным синусом. И аккумулятор на 100 ампер. Вот что происходит на данный момент? Сереж, рассказывай, что происходит. Ну, с аккумулятора идет питание на инвертор, вместе с холодильником питается сейчас от батареи. Угу. Нагрузка 110 ватт. 110 ватт, да, берет холодильник. Берет холодильник, да. Частота инвертора 50 Гц. Угу. Солнечные панели. Да, но солнечных панелей нет. В плане еще. В плане, да, напряжение этого самого аккумулятора 12,3 вольта. И когда включится сеть, сейчас ее нет, то будет идти одновременно зарядка аккумулятора. И одновременно, если мы, ну, как бы оставим включенный холодильник, будет от сети, да, он от сети будет работать. Ну, нам главное было запитать холодильник, потому что впереди тепло, и балкон уже не будет работать. В общем, вот такая вот конструкция. Здесь еще блок, видите,
с автоматами. Еще будет на солнечную панель. На солнечную панель еще. А, ты еще один будешь ставить автомат, да? Да? Ага. Ну, тогда солнечная панель будет. В общем, вот такая вот история. Есть вопросы, задавайте в комментариях. Будем отвечать по возможности. Ну вот пока мы имеем возможность запитать холодильник. И вроде как мы еще не проверяли, только установили, монтировали. Где-то приблизительно часов на 5-6 заряда этого аккумулятора может хватить на работу, беспрерывную работу холодильника. Ну, не знаем, посмотрим. Мы еще не проверяли, только включили. И вот мы сейчас ждем, когда холодильник уже сделает паузу в своей работе. Хотим посмотреть, что тут нам покажет инвентор. Вообще вот так, друзья мои. Вот такая вот наша затея. А, холодильник у нас стоит в коридоре. Сейчас я вам покажу. Идемте. Привет, скажи. Холодильник стоит в коридоре. И вот здесь такая розеточка для него сделана отдельная. Потому что он раньше был включен сюда. Но теперь он включен в другую сеть. В общем, вот так вот. Включать можно в эту сеть все, что меньше 1 киловатта. Если вы купите инвертор на 3 киловатта, и у вас будет более мощная батарея, аккумулятор, тогда вы сможете и чайник, наверное, закипятить, да, постирать. В общем, такие, ребят, дела. Все, мы не прощаемся. До встречи на нашем канале.